Всем привет, друзья, с вами Авиан, и сегодня я хотел бы обсудить одну тему насчет сталкера. В общем-то, у меня был ноутбук старый, но, как оказалось, если понизить настройку качества в игре, то может потянуть даже запись в 40 FPS, по-моему. Ну, если не ошибаюсь, конечно же. Так что сталкер идет мне немножечко с лагами, но без записи он просто прям, ну, как сказать, летает. Хоть ноутбук какого 15-го года, ну, с процессором Dual Core 2. Надеюсь, есть те, кто разбирается. В общем-то, решил я сделать видео по сталкеру. Ну вот, давайте же начнем. А перед началом я вам покажу один прикол, который я сам сделал. Если видео вам понравилось, то почему бы не поставить лайк? Давайте соберем 10 лайков на этом видео, если вам понравилось оно, конечно же. И по вашему активу я сразу же пойму то, что вам понравилось данное видео. И мне стоит делать прохождение игры Stalker. Даже не прохождение, может какие-то приколы. Ну, которые найду, обязательно запишу. У меня всегда под рукой, если что, запись. Я вовремя успею все зафиксировать. Так что вот, это все мои подробности были. Ну, надеюсь, вам понравилось. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока.